несчастных покорителей женских сердец остановился Джаред Лето. Джаред – один из тех немногих голливудских знаменитостей, кому удается благополучно совмещать блистательный успех актера с не менее блистательной карьерой рок-музыканта. И действительно, за что ни возьмется Лето, все у него выходит складно да ладно. Не только поклонницам артиста известно, что он многогранная и талантливая личность. Кстати, о поклонницах. Стоит ли лишний раз говорить, как их у него много? Сам мистер Лето не любит затрагивать тему своей личной жизни. Поэтому пресса кормится только слухами о романах знаменитостей. Лето приписывает интрижки со многими популярными красотками. Среди них Бритни Спирс, Пэрис Хилтон, Эшли Олсен, Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диас. Актер и музыкант в ответ на эти происки журналистов только усмехается. Мы однажды так зашли на вечеринке с Пэрис Хилтон, что нас сразу обручили. Еще окажется женат на Сиэнни Миллер и Эшли Олсен. В общем, у меня горит. Наверное, про личную жизнь есть смысл говорить, когда у тебя есть проверенные временем отношения. А я пока на них не решаюсь, заявляет Лето. Сердцеед Джаред Лето занимает 11-ю строчку хит-парада «Звезды зажигают».